Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А это про какой знак зодиака? Блин, какой реально классный выпустил клип Тайга. Прям мне очень нравится. Молодец. Спасибо. Хай. Тайга вообще молодец. Расстался с Кайли, сразу все хорошо стало. Да муд. Рыба и рыба хорошо. Slide on a pimp gang with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitches in the icy chain. Why you claim that you rich, that's a false claim. Да я согласна. Но вот этот, я согласна, что он посредственный рэпер, но вот этот клип очень классный, очень классный. Тейст. Я прям его слушаю второй день, и вообще очень нравится мне. Хотя я очень любила Тайгу, когда мне лет 15-14 было, я постоянно слушала. И думала, как я буду по LA рассекать на Мерседесе. Мне лев нужен? Дайте мне льва, дайте мне льва. А то мне одни девы и водолеи попадаются. Да, рыба, рак. Вот у меня бабушка рак, мы с ней прям все хорошо. Да, я с Лёшей встречаюсь. Трэвис Скотт? Нет, мне не нравится Трэвис Скотт. Не, мне не нравится, ребят, чего. Рыба самый ёбнутый. Depression Obsession плюс Водолей — это... Дева — это жопа, да. Водолей отдать? Какая? Не знаю даже, надо подумать. Ну, конечно, не хочется. Ну, ладно, забирай, забирай. Чё? Слушаю, давай рассказывай. Слушаю! А! Сейчас читаю «Мизери» Стивен Кинг. О, спасибо. Дева лицемерной шмары, 100%. Овнов люблю. Папа Овен. Водолей супер. Водолей супер! Это его 50 Cent зовут. На него нужно сисечку сложить, чтобы он держал ее. Фу, нахуй он надел майку Лейкерс желтую. Девы не норм. Да, Водолей супер. Сколько раз я уже повторила. Да, Водолей супер, Водолей супер. А что ты мне написала? Я не видела, надо прочитать. Ты написала что-то? Ты я не прочитала. Мужики и девы, мне очень много. Мне попадаются девы и водолеи. Нет, модели не посещают бесплатно. Спортзал. Почему я не говорю? Я говорю, Тайга тейст. Уже сказала 3 раза. Давай, пока. Мне не понравился клип. Спасибо. Ли лучшая? Ну ладно. Хули вы орёте, блядь, идиоты? Это тут дверь ухлопнута, я не знаю. Я родилась... Вот это вот уже... Это вы мне что, натальную карту сейчас будете прописывать? Я вам не скажу, когда я родилась.
Ладно. 228 курить не бросим. И что? Про кровавая луна. Да, Марс это планета войны. 11 это бог войны. И что? Рассказывай. Я в Лондоне. Адриан Лима нравится, потому что она соска. Она такая классная. Честно говоря, если бы мне предложили встречаться с Адрианой Лимой, типа, ну, я бы согласилась. Я бы забила на всех парней и сказала бы, я с Адрианой Лимой. Ну, с молодой, конечно, сейчас она уже, конечно, постарела. Вот я лицемерка конченая. Ладно. Yeah, I have a teddy bear. У меня не один знак зодиака. У меня Барбара Павловна не особо нравится. У меня скорпион и рыба. Все, я буду встречаться сама с собой. Я ставропольская, как мне говорил один мальчик, ты... Вы его все знаете. Что ты... Нет, Ставрополь — это как Бразилия. Типа, из Ставрополя самые горячие девчонки. Ставропольская Адриана Лима. Йоу. Йоу. Да, она не полная. Просто она настолько сейчас везде, что... Чуть поднадоела. Ого. А сколько еще будет длиться эта энергия? Я хочу, чтобы ее еще больше было. No, he's from Russia. This teddy bear is from Russia. He's not American or Great Britain's. Да. Но мне Адриана... Мне просто нравится больше темненький. Да, в Лондоне плохой интернет. Да. Я согласна. Напиши мне в комментариях, чтобы пообщаемся. Да, встречала невысоких моделей. Ребята, объясните мне, пожалуйста, что вот это за клип? Объясните. Знаете, мне говорил Вандерфил еще 3,5 года назад. Ты снимешь кампейн для Том Форда. И я все сижу, жду, когда уже будет Том Форд. Я очень рада, я очень рада. Ребята, у меня... Я вам говорю то, что я всегда в очень сильной депрессии. У меня депрессия постоянно. А сейчас расскажу про кастинг для Том Форда. У меня депрессия постоянно, вот просто постоянно. Вот эти 2,5 дня, вот 2-3 дня... Это было просто... У меня настроение... Я просыпаюсь в 9 утра, меня настолько переполняет энергия. Когда было полнолуние, вот прям когда происходило полнолуние, все эти 1.5 часа, ребят, я прыгала, скакала, танцевала, включала все песни, там Виктория Секрет включила, тут на каблуках прошлась, все прошла. Короче, у меня было настолько, настолько хорошее. Вот. Привет. Ну да, невелика беда. Ребята, объясните мне, пожалуйста, что вот это за дерьмо. Ребята, объясните. Помнишь то время, когда нам было проще обо всем мечтать? Мы знали, кто первый из нас с тобой научился быстро взлетать. Но время... Отражается в твоих глазах, твой кино орбитный шаг.
Шазам, прижили поиск. 20 лет в игре, ветеран ракетных войск. Ветеран, охуенный старик. До интернета. Ребята, ужас. Короче, я слушаю. Нет, я это не слушаю, точно. Кто-кто, а я это не слушаю. Короче, после того, как я снялась в клипе, мне предлагали сниматься в клипах русские звезды. Ну, я не буду обманывать, раз пять. Все топовые звезды. Катюха не снимается, потому что я вообще больше не буду сниматься в русских клипах никогда в жизни. Никогда. Я вам говорю, никогда не буду сниматься в русских клипах больше никогда. Такая пиздоболка. Бля, ребят, лучше мне такого не говорите, потому что мне очень смешно становится. Почему я пиздоболка? Объясните, почему я пиздоболка? Откуда вы знаете, что я вру? Я не вру. Нет, не насильно. Но меня агент мой заставил. Мне вот недавно LJ позвал в клипе сниматься. LJ, я хотела написать, я не ответила, хотела написать. Милане, моей сестре, напишите, что она это, она хочет в клипе у LJ сняться, я не хочу. Вандерфилд предлагал, вообще я должна была в его первом клипе сниматься, но так получилось, что не получилось. Да. Да, LJ. Как там? Я ни одной его песни не знаю. Мы танцуем под минимум, да-да-да, ты красивая, ну, таких, как ты, да хуя. Да под вот эту песню мне надо сниматься. Хватит мне гадости писать. Да я не собираюсь доказывать. Я хочу тебя на 360. А, еще 360 есть. Давайте включим. У меня тут это... Вечер. Да, я критикую и буду критиковать, понятно. Да, потому что Паша записывал. Кажется, мир заново. Глазами, тут твой мир занят. Твой вид сзади, как Феррари. Думаю, ты тоже чем дышал, похуй. Без тебя плохо. Не скажем. Белый волос, белые полосы моего концерта. Лево, справа. 70%. И мы любим друг друга, да? Спасибо! Я хочу тебе всю сразу. Я хочу тебя на 360. Я хочу тебя на 360. Остальные на проводе повисят. 60. Спасибо. О, это мне кто-то писал такой коммент. Соединяю родинки на твоем теле языком. Мило, кстати, классно. Родители очень обрадовались. Мы, короче, с папой сидели, жрали шашлыки. Шашлык сидели, жрали в каком-то заведении таком странном. Там клип играл, он такой, ха, прикольно. Да. 60.
Я в Лондоне. Очень классно. Мне кажется, что вот эта песня на Victoria's Secret будет. Почему-то мне вот кажется. И Cardi B. Да, ребята, давайте обсудим. Мне кажется, что эта песня реально на Victoria's Secret будет. 100%. Классная песня. Давайте Гуччи. Ой, я люблю, люблю, моя любимая песня. Наша любимая песня с Алиной, Любимая песня. Особенно начало. Реально любимая. Ну реально песня ржачная. Эшкере! Это Егор Крид! Я уже понял, братан! Я уже понял, братан! Сука Шанель, это сука Гуччи, а на крыше твоей. Моя сука модель, трипл для кучи, это сука Шанель. Сейчас от них избавиться, это самый грязный движ, будто пятница. В моих руках опять твоя задница. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе роликсы Гуччи. Нет, я не мажор, я заработал сам, и я все круче. В секрет-руме три кристалла мне за стол, сучек, сучек. Ребята. Бля, любимая, любимая песня. Ладно, не буду. Нет, выключите. Ага, все. Мигас, вы что, не знаете? Короче, Фефа мне не нравится вообще песня. В Париж нет, не хочу. Там такой процент херовый. Да, низкий очень для модели. Поэтому я вообще не хочу. Ребята, вот честно вам признаться, честно, Кости я не читаю, но... Каждый раз, когда меня постят, мне Алина говорит, Катюх, тебе там что-то в Кости запостили. Я говорю, а что? Она говорит, да хуйня там какая-то. И все. И все. Потому что меня постят туда уже года два. Да, вот как я начала модельную карьеру, меня начали туда постить постоянно.
И поэтому я уже настолько задолбалась это все читать, я уже, не знаю, месяца 4 не захожу туда. Ну, конечно, мои знакомые, если что-то там такое, говорят мне. Короче, я уже так не обращаю на это внимания, потому что это уже, ну, это повторяется уже так долго, что мне это реально надоело уже туда заходить и читать, просто надоело. Это уже смысла нет. Знаете, вот, что всегда что-то надоедает. И если ты, если что-то очень часто, очень долго продолжается, тебе это надоест, просто надоест. Да, опухла шпага, Монако, заебала, однако. Короче. Да пусть постит, хоть и постится, нахуй. Мне что, плохо от этого? Мне вообще отлично. I feel like I've developed incredibly as an artist. You know, young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. Yo. We got a whole lot of new money, though. Hey! Raindrops. Drop top. Smoking, no cooking, the hot pot. Girl. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come in the gang. Cry me a river, give you a tissue. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. Что вы там сказали? Свэнг. Я не знаю. Вот это что ли песня? Я не слышала, она такая популярная. Боже! Я так люблю эту песню. When the judge comes in and takes the bench, the bailiff will say, Ms. Makhnashnina, because of the flag of our country, under the Constitution, and under the principles for which they stand, Department 3 of Superior Court is now in session. The Honorable Thomas Adams. You ain't even around for this sound.
Ребята, это не прикол, это не моя обложка, что за бред, вы что, прикалываетесь? Боже, что за звук? Бля, пиздец, холодно. Ребят, Лондон теперь напоминает Лондон, в котором я была. Че это карать? Можно не орать? Да ё... Почему так орать? Ребята, а сколько время вообще? Скажите мне, пожалуйста, потому что, может, мне спать уже пора? Я об этом не понимаю. Ребята, сколько время? Который час? Который час? Ноль-ноль, понятно. Да, у меня 10. Спасибо, мои зайки. Так, ребята. Мне пора идти заниматься моими делами. Я вас люблю. Целую. Всего вам самого доброго. Спокойной ночки. Мы с 50 Cent'иком вам желаем спокойной ночки. Любим вас, целуем. Сейчас буду читать свою инфу про вон те судебные... судьбенные числа. Пиздец, цвет конченый или нормальный? Вроде, да вообще похер. Короче, все равно. Вообще похер. Все, давайте. Люблю вас, целую. Сладеньких вам снов. Сладеньких снов, Россия. Очень вас люблю. Спасибо вам за этот вечер и за тех, кто оставался со мной до конца и был здесь так долго.